Мне удалось добыть карты. То, ради чего мы приехали в это богом забытое место. То, что может дать нам новую цель и надежду на будущее. После темных, тесных подземелий, бескрайняя пустыня кажется воплощенной свободой. Нужно доставить карты на Аврору, но, думаю, никто не будет возражать, если отправлюсь обратно не самым прямым путем. Кажется, в пустыне можно найти много интересного. Thank you.
А, смотри, я проснулся. Тихо, тихо, браток. Все свои, шмалять не будем. Если бы мы тебя привалить хотели, ты бы проснулся, а голова в тумбочке. Точно? Так что ты не напрягайся. У Саула к тебе разговор есть. Ну, здорово, гастролер. Не забыл, как меня в тот раз приложил? Я вот помню, до сих пор башка трещит. Ну а что не замочил наглухо, это я отдельно помню. Так что держи. 8 маслин в барабане, понял? Я за него костылю 2 куба воды подогнал. Цени. Ну это все так, лирика. Пора к делу. Я чего тогда топором махал? Барона нашего знаешь? Ну так он у меня уже, считай, в кармане был, понял? Я 5 лет к нему в доверие втираюсь. Лохматок через колено ломаю. Он точилу за это получил. От щедрот. А, да не напрягайся. Катайся дальше. У меня еще есть. Ну и, короче, уже, считай, навел на него ведьму эту долбанутую. Она бы его шлепнула, а я ее. Ну а там у меня уже все схвачено. Раз и в дамки, понял? Ну вот. И тут вы со своим паровозом. Барон с его паранойей, понятно, сразу решил, что это новая бригада с запада специально его валить приехала. Ну и все. 4 сбоку ваших нет. Двери на замок, тройная охрана, все дела. Куда там этой гюль до него добраться? Но теперь думаю, а может оно так и лучше? Тем более ты и гюль эту на маяке выручил, и рабов с корабля отпустил. Мы уже всех почти переловили. Но ты все равно молоток. Барон решил, что это вы его бизнес развалить намылились. Короче, скажу так. Живой барон ни мне, ни вам, ни в тему. Так и вольни его, реально. Силы-то стопудово хватит. Вон меня как вырубил. Пушка и точила, это тебе задаток. Если барона зажмуришь, я прослежу, чтобы братва не сильно напрягалась за вами гнаться. Тогда окончательно в расчете будем. Ну, а если нет, невелика потеря. Если я его еще и от гастролеров спасу, барон меня сам коронует. Так что думай, время есть. Ты куда? Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Интересные дела творятся, браточки! Крайнюю бурю кто-то вырезал наш пост в развалинах. И по времени, и по всему, это гастролеры с паровоза. Я им предъявил, но они с темы съезжают, типа не при делах. А только видели их людей на точиле, что у пацанов на посту было. Короче, отморозки по всему полные, поэтому клювами никому не щелкать. Эй, красавчик! Всем отбой! Барон сказал! Кое-что интересное.
Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найти что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Вижу, Галя. Сейчас я его. Перезарядка!
все равно! А, падла! Yeah, sure.
Oh.
сколько мы держались в этой пустыне без всякой цели, без надежды. Кого нам было защищать? Местных, за считанные годы вернувшихся к себе в обычном образу жизни. И вот однажды появились они. Бывшие военные, мужики с буровых и, конечно, авторитеты. Вот у них была цель и идея. Сначала мы подняли их на смех, разыгрывать богов. Но возможность создать какое-то подобие порядка из нынешнего невнятного болота. В конце концов, все мы присоединились к этому огненному цирку.